8 июня в лицее номер 387 состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню России. 22 подросткам из разных школ Кировского района в этот день вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Я чувствую себя взрослее, думаю, что считаю, что могу вступить в любые организации. Я стал самоответственно могу отвечать за свои действия и поступки. Паспорт впервые получают в 14-летнем возрасте. Он подлежит обмену в возрасте 20 и 45 лет. В течение месяца с любого из названных событий гражданин должен подать документы в подразделение Федеральной миграционной службы для получения или обмена паспорта гражданина России. В случае, если гражданин утратил паспорт, если он небрежно хранил паспорт гражданина Российской Федерации, что повлекло его порчу или утраты, наступает административная ответственность. В случае, если гражданин нарушил месячный срок подачи документов для получения или обмена паспорта, наступает тоже административная ответственность, предусмотренная административным кодексом. Для подростков подготовили небольшой концерт, а главным сюрпризом стало шоу «Мыльных пузырей». Всегда мы слышим у ребят и у родителей, ребят, которые получили паспорта, положительные отклики. Они говорят, действительно, как здорово, я помню себя, говорят родители, я пришел в паспортный стол, расписался, и, в общем, на этом все закончилось. А мы стараемся сделать так и внушить родителям мысль о том, что у ребенка праздник, и, вернувшись домой, вы постараетесь этот праздник продолжить. В школе также была организована выставка, посвященная истории паспорта в России. Оказывается, этому документу уже почти 300 лет.